городском парке Ривьера и его окрестностях обитают динозавры. На самом деле прогулка по Ривьере – это прогулка в прошлое, любопытная и поучительная. На поляне Дружбы благоухают магнолии, посаженные в разное время драматическими и комедийными персонажами истории. А в зарослях здесь водятся динозавры с ушами и птеродактили с остальными когтями. В самом городе много любопытного. Например, дендрарий, в котором около 2000 видов различных растений. Здесь есть австралийские и мексиканские уголки, китайские и японские, аллеи сакуры и сад камней. Кстати, появление дендрарий связано с романтической историей про любовь. Летним вечером 1890 года за чаепитием встретился государь Александр III и Сергей Худяков, владелец и издатель «Петербургской газеты». Поговорив о делах семейных и государственных, государь вдруг вспомнил про имение Худякова на Рязанщине и сказал: «А что бы вам, Сергей Николаевич, не купить землицы на Черноморском побережье Кавказа? Надо же осваивать новые земли для России. Да помилуйте, Ваше Величество, что мне там делать на юге?» «Да как это что, голубчик, можно хозяйством заняться, а не хотите, разбейте парк, пальмы, кипарисы. Ну что, по рукам?» «Ну вот уж не знаю, государь». «Ах, Сережа, — сказала мадам Худякова, — а ведь когда мы были молоды, ты ухаживал за мной, ты обещал, что когда разбогатеем, ты построишь дачу в красивом месте и назовешь ее моим именем». Сергей Николаевич очень любил свою жену и потому купил 50 десятин земли, выписал со всего мира экзотические растения и построил посреди сказочного парка особняк, который назвал «Надежда». А теперь это знаменитый дендрарий. Самолетом, а не поездом, я бы посоветовал обязательно посмотреть Сочинский железнодорожный вокзал, который после реставрации обрел вторую жизнь и выглядит просто великолепно.